Внимание, группа задержания. От дежурного отдела полиции поступила информация, что во дворе дома 31 по улице Новоселов неизвестный мужчина пытается что-то раскопать, предположительно ищет закладку. Проследуйте по данному адресу, проверьте информацию. Вызов приняли сотрудники вневедомственной охраны. Тревогу поняли местные жители, которые заметили молодого человека. Вел он, говорят, себя очень странно. Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место проверить информацию. Молодого человека заметили сразу и направились к нему с целью проверить документы. Пропуск сезона, ваш документ. Пока первый, бежал тут взрываемо. Далее действовали по инструкции. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Согласно процессуальному законодательству, данный гражданин был осмотрен и при нем было обнаружено вещество в целлофановом пакете белого цвета порошкообразного вида. Вещество отдали на экспертизу. Подтвердилось, что в пакетике у молодого человека было почти 3 грамма героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».